Сегодня отличный весенний денек. Хищников на горизонте не видно, самое время позаботиться о потомстве. Поймай меня, если сможешь. Я буду самой быстрой птицей на свете. Наш малыш так подрос. Надо же, только вчера сидел в яйце, а сейчас они уже играют жениха и невесту. Как летит время. Но однажды... Подождите! Стойте! А ты почему не улетел? Меня поймал кот, и я не успел. Ну и куда теперь направляешься? Научусь летать и догоню своих. Вот это я понимаю, настрой. Хотя иногда планы меняются. Мы приготовим для него ловушку. Только нужна подходящая приманка. А потом... Лучше без приманки! Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и хорошо. Этой весной. Захватывающая история. Осторожно! О настоящей смелости. Невероятной отваге. И великой дружбе. Поймай нас, если сможешь. Славные пташки. А когда в кино-то будет? 12 апреля. А известно где? Да вообще везде. Везде, да? Да. Мы теперь станем звездами. Звездами? А то я знал. Смотрите в кинотеатрах с 12 апреля. 2D и 3D.